На ленте РУ появилась такая статейка 4 января. Рукопашный бой военных на границе двух ядерных держав попал на видео. Это кто ж так-то воевал-то? Один из эпизодов рукопашного боя военных на границе двух ядерных держав Индии и Китая попал на видео. Его опубликовал телеграм-канал «Военный обозреватель». Когда видео было снято, не сообщается. На кадрах видно, как солдаты ведут ожесточенные бои, бросают друг друга камни и палки. На видео указано, что оно было снято на высоте 5104. Они что, с ума сошли на такую высоту подняться, а потом пулять друг в друга камни? На одном из китайских сайтов также указывают, что его опубликовал в середине декабря. 30 декабря Минобороны Индии заявили, что Китай продолжает усиливать свои позиции у границ, что может привести к повторной эскалации конфликта. Индийская сторона призвала провести очередной раунд переговоров. Ну да, после того, как побросали друг в друга камни, палки и прочее. Не, я отказываюсь эту билиберду читать. Это какая-то кошмарная статья. Там драма.